Саламатсыздар ма, құрметті отандастар! Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я сегодня хотел объявить о том, что различные политические силы, гражданские активисты намереваются провести 6 июня общеказахстанский митинг. Последний митинг у нас был 1 марта, затем был карантин длительное время. И сейчас, когда мы говорим о том, что мы призываем выйти на митинг 6 июня, в субботу в 11 часов дня по всем городам страны, я, по сути дела, выражаю настроение и мнение тех людей, которые настаивают на скорейшем проведении митинга. Мы не ориентируемся на то, что власть даст разрешение или не даст. Мы работаем всегда по уведомительному принципу. Все предыдущие митинги, которые проводил демократические выборы Казахстана, они проводились по принципу уведомления. Потому что Казахстан подписал международные соглашения, различные конвенции и взял на себя обязательство соответствовать международным принципам и международным стандартам. Так вот, в соответствии с международными стандартами, митинги проводятся по принципу уведомления. Нам не нужно спрашивать разрешение, где провести, на какой улице. Хотя Токаев заявил, что сейчас вот новый митинг начинает вступать в силу, и местные власти определят места, где будет разрешено проводить митинги по принципу уведомления. Но вы же знаете, как обычно это работает. Когда кто-то хочет провести митинг, происходит уведомление местной власти. Местная власть говорит, в этом месте у нас танцы-пляски, в этом месте у нас еще какой-нибудь концерт, в третьем месте у нас собирается Нур-Отан. Поэтому это очередная попытка обмануть нас, обмануть европейское сообщество, обмануть всех, пытаясь нарисовать якобы некое демократическое слышащее государство. Вы знаете, что недавно правительство и в парламенте инициировали закон о так называемой парламентской оппозиции. Это вообще смешно, я даже не знаю, есть ли в мире такие аналоги. То есть там все партии, которые существуют, нур-отановские, сам Нур-Отан, КНПК так называемый и Ак-Жол, это просто вывески. Это просто отделы партии Нур-Отан. И существующие партии в стране, зарегистрированы, они тоже все нур-отановские. Вот представьте себе, что эта власть выпускает какой-то закон, в котором говорит, что разрешено быть оппозицией в парламенте. Это каким образом? Они просто выберут свои же отделы, типа Ак-Жола или КНПК, скажет, вы оппозиция, вы имеете право что-то говорить, как говорит представитель партии Ак-Жол, плакальщик Первашев, говорит, что вот у нас микрофоны иногда вырывают, вот нам не в полной мере дают высказать свою позицию. Ну, какую? Человек, который плакал, когда Назарбаев якобы ушел в отставку, ну, какую, может быть, он позицию выразить? Плакать, говорит, нет, Нурсултан Абишевич, не уходите. Вот, собственно, вся оппозиция. Поэтому, конечно, это комедия для наших многих еще наивных людей, но я уверен, что сейчас наши люди очень быстро образовываются, и этот обман Токаева не пройдет. То есть фактически эта власть рисует и назначает оппозицию в парламенте из своих же рядов, вычленяет каких-то депутатов и говорит, что вот вы фракция оппозиция, и мы вам разрешаем говорить что-нибудь, критиковать. Но делать будем всегда по-своему. Далее, что эта власть еще делает? Они имитируют теперь уже некую оппозицию незарегистрированной партии и движений, ну типа ДПК Мамая и разные движения типа Оян Казахстан или еще так незарегистрированные, просто объявленные партии Рух, Республика и так далее. Это вывески. То есть замысел их теперь понятен. Они создают незарегистрированные партии и движения и морочат голову людям, потому что ДВК они объявили экстремистами. Коще, которая просто создала чаты и набирала участников в свои чаты, написала, озвучила свои программы, объявили неожиданно экстремистами. Но при этом
ДПК Мамай свободно уходит, выставляет видео, призывает на митинги тогда, когда этот закон еще даже еще не вышел, на несанкционированные митинги, они пишут уведомления, их власть не трогает. Вот, собственно, замысел понятен. То есть создать некие незарегистрированные партии и движения, чтобы они отвлекали людей, выходили, не требовали, а слезно молили. Типа вот сейчас, как они говорят, ну, землю не надо продавать. Ну, типа, спешите кредиты. Ну, спешите кредиты, как это известно. 3 года назад еще с этой программы вышел ДВК и обосновал, что государство вполне может это сделать. Собственно, сейчас они просто крадут наши программы, озвучивают наши лозунги, митинги проводят в тех же самых местах по всему Казахстану и таким образом вводят в заблуждение людей, как это было с Кусановым. Ясно, что если это реальная оппозиция, реальный противник режима, и вот как показывает практика, власть в этом случае запрещает, объявляет экстремисткой, задерживает, штрафует. Нахождение в чате Коще, которая не была экстремисткой, приводило к тому, что полиция приходила к людям, говорила, вы находитесь в чате незарегистрированной политической организации, движения. Но при этом такой же чат существовал в ДПК, никто к ним не приходил. То есть вы видите логику, да, власти? Поэтому, уважаемые друзья, мы все должны стать политически грамотными и понимать, никакой назначенной оппозиции быть не может. Ни в парламенте, ни на другом политическом пространстве оппозиция, она становится реальной оппозицией сама по себе, ее никто не может назначить. Она озвучивает программы, собирает своих сторонников и требует проведения реформ, как минимум. И в нашей ситуации реальная оппозиция требует ухода власти, реальная оппозиция стремится прийти во власть, реальная оппозиция будет реализовывать свои программы, когда придет во власть. Это политическая борьба, которая происходит во всем мире. С той лишь разницей в том, что в Казахстане таких оппонентов власти, так называемую оппозицию, реальную оппозицию власть преследует, называет экстремистами, а назначенной оппозиции создает вид и видимость. Как вы прекрасно знаете, у нас есть вид, что у нас республика, вид, что якобы у нас демократическая страна, вид, что якобы все решения, которые принимает правительство, парламент, якобы от имени народа, то есть это декорации. А реальность такова, что эта власть не слышит народ. Вот, собственно, они хотят такие декорации построить, и мы, конечно же, должны это понимать и разгадывать. Что мы должны делать? Мы должны понимать, что 9 июня будет год, как Токаев находится на должности президента. И мы все прекрасно знаем, что это просто бутафория, что это прокладка, что он просто изображает, что президент, при этом полностью все вопросы решаются именно в кабинете у Нурсултана Назарбаева. Именно он, пожизненный глава государства, такие права он получил через свой ручной парламент, и он сейчас прямо рулит государством, а Токаев никто. И вот, чтобы обмануть международное сообщество и еще наших неких наивных темных людей, даже имеющих высшее образование, к сожалению, но это не их беда, наверное, а беда того, что 30 лет Назарбаев находился во власти, он зомбировал, обманывал людей. Еще много людей еще подвергаются, подвержены этому обману. Но я уверен, что сейчас таких людей все меньше и меньше в результате именно этой активной борьбы политических движений, как ДВК, так и Коще. И вот теперь, что хочет сделать режим Назарбаева. Они хотят отпраздновать этого своего ручного президента Токаева 9 июня, сказать, что при нем была шикарная демократия. Вот принят закон, якобы разрешающий проводить митинги по уведомительному признаку. На самом деле, вы же понимаете, любое уведомление можно выбрасывать в корзину. Власть даст разрешение только своим ручным партиям или имитированным партиям, называемой так называемая ручная оппозиция. Поэтому это обман. Дальше этот режим хочет сказать, что у них прошли реформы, но какие реформы вы видели? Мы видели политические убийства 3 политических активистов.
Дулата Агадила во всем этом процессе, вы знаете, это вершина их была цинизма и беспредела. Когда его убили, буквально через день Такаев сообщает, что это он умер от сердечной недостаточности. При этом не было никаких экспертиз, ни подтверждения. И вообще он кто? Он патологоанатом? Он там был на этом месте? Нет, это было просто решение, как в свое время сказали, что Заманбек Нуркадилов три раза в себя стрелял, контрольный выстрел в голову, лег на пол, накрылся простыней и жизнь покончила самоубийством. Это вызывало, конечно, гнев и возмущение. Это версия, которая звучала из уст власти, и, собственно, так было и с Дулатом Агадилом, и с другими активистами, которых в Актобе одну женщину убили, вот, Серик Ураз тоже, Уразов тоже погиб в результате действий и давления со стороны полиции. Вы знаете, что именно реальных политических активистов власть преследует, приходит домой заранее, период карантина, они их долбали, вызывали, пугали, давали разные повестки. Это происходит со всеми теми, кто действительно реальный противник режима. Поэтому мы не должны обманываться. Сейчас я хочу сказать о следующем. Итак, 6 июня в 11 часов дня мы призываем всех наших сторонников, которые разделяют нашу позицию, которые хотят перемен, которые хотят добиться смены этого политического строя, выйти на акции протеста, выйти в 11 часов дня во всех городах нашей страны. Сегодня выйдут плакаты с объяснением, где это будет происходить. И не имеет значения, что там же будут представители так называемой партии ДПК. Там, конечно же, власть постарается создать картинку, показать, что именно годовщине нахождения у власти в должности президента, что якобы вот люди выходят свободно на протесты. Мы не собираемся чью-то картинку портить, мы просто выходим со своими требованиями. Какие наши требования? Первое. Списать проценты по кредитам для физических лиц и для юридических лиц. Списать с 1 мая до 1 сентября в течение 4 месяцев. Вы все находились длительное время на карантине. И в июне, к 1 июня, к середине июня, многим из вас нужно заплатить проценты за кредиты, кому-то и вернуть кредит. Мы прекрасно понимаем, что этот режим не спишет весь объем ваших кредитов. Это сделаем мы, правительство ДВК, когда придем во власть. И сейчас мы выдвигаем совершенно реалистичные требования, которые выгодны самой власти, банкам Назарбаева, и они очень остро необходимы как бизнесу, так и рядовым гражданам. Мы требуем, чтобы каждому гражданину, независимо от того, он работает, младенец, пенсионер, безработный, каждому выплатили по 50 тысяч тенге за май, июнь, июль и август. Это первое. Второе, чтобы это государство погасило проценты за эти месяцы как физическим лицам, которых 7,5 миллиона человек, они отягощены этими кредитами, и бизнесу то же самое. Вы знаете, что эта власть недавно приняла решение, что 42 500 тенге, минимальную заработную плату, обязаны заплатить работодатели. Это вообще нереально позорное решение. В условиях, когда бизнес не работал, люди не выходили на работу, и бизнес сейчас сгибается, разные карантинные ограничения, вы знаете, кафе, рестораны, другие какие-то предприятия, они были, во-первых, закрыты. В-третьих, даже если какой-то режим работы дали, то он такой, который не позволяет людям покрыть свои издержки, бизнесу в частности. Поэтому такое позорное решение, по сути, приводит к разорению бизнеса любого уровня. И мы считаем, что это приведет гигантским трудностям как бизнес, так и население нашей страны. Теперь я хочу сказать, что чем выгодна реализация вот наших требований самой власти, и что это реально. Суммы там на самом деле небольшие,
50 тысяч тенге на каждого человека по всей стране, это абсолютно реальная сумма. Я уже в своих выступлениях говорил, вот тот объем денежных средств, 10 миллиардов долларов, которые правительство намеревается выделить на поддержку бизнеса, но своего бизнеса, если его правильно перераспределить среди всех граждан и реального бизнеса, это кардинально изменит текущую ситуацию. Ну, во-первых, когда граждане получат по 50 тысяч тенге в течение 4 месяцев, это им необходимая сумма для того, чтобы компенсировать те потери, которые они получили в результате нахождения на карантине. Это первое. Второе, почему 4 месяца? Потому что в течение 4 месяцев многие из вас потеряют работу. Многие из вас уже потеряли работу. Эти денежные средства нужны для того, чтобы амортизировать этот удар, который сейчас был нанесен в связи с карантином. И тогда это вам позволит мягко перестроиться, найти другую работу, заняться, в конце концов, личным предпринимательством. На своем подсобном участке за эти деньги вырастить какой-то урожай и таким образом получить резерв для дальнейшего проживания. И что еще важно, что эти деньги уйдут еще в сельскую местность. У нас в сельской местности живет около 40% населения. Вы прекрасно знаете, что там работы нет, что у людей огромные проблемы именно с деньгами в сельской местности. И если эти деньги дойдут до сельской местности, наши граждане смогут заняться аграрным производством и сделать свой вклад в ту ситуацию, когда говорится о продовольственном кризисе. Кризисе не только в нашей стране, но и во всем мире. Поэтому это будет существенная поддержка. Далее, почему мы требуем, говорим, что 50 тысяч тенге каждому гражданину выгодны самой власти. Дело в том, что эти деньги, они придут в экономику. Они будут расходоваться на разные нужды, на разные услуги, продовольствие, различные, не знаю, парикмахерские и так далее. Тогда вот сейчас вся эта инфраструктура, которая испытывает дефицит в клиентах, платежеспособных клиентах, они получат приток платежеспособных клиентов и смогут развернуть работу, не будут сокращать людей, увольнять людей, а просто запустят свой бизнес. И самое хорошо для, в этом смысле для государства, что когда эти предприятия начинают работать, они начнут платить налоги. Сейчас по итогам апреля существуют отчеты Министерства финансов. Министерство финансов более 90% налогов, которые ранее собирало по корпоративному налогу на прибыль, они не собрали. Бюджет сейчас не собрал более 60% по налогам на добавленную стоимость. То есть видите, с чем это связано? Потому что все находились на карантине, предприятия не работали, люди не выплачивали подоходный налог, предприятия не выплачивали налог на прибыль, особенно крупнейшие предприятия нефтегазового сектора, потому что у них нет прибыли. Потому что сейчас цены на нефть упали так, что они еле плавают. Это итог только 1 апреля. Поэтому распределение средств граждан по 50 тысяч тенге сразу существенно изменит и налоговую ситуацию. Бюджет страны начнет получать налоги, предприятия, в основном малого и среднего бизнеса, заработают. Это очень нужно и важно самому государству. Это первое. Второе. Мы говорим, что необходимо выплатить проценты по кредитам в течение 4 месяцев. По кредитам именно физических лиц и юридических лиц. Почему это выгодно государству? Дело в том, что по итогам полугодия, в июле, банки должны напечатать свою отчетность и предприятия в том числе. Ситуация будет очень плохая. Минимум 30%, а то и половина клиентов банковской системы не будут в состоянии оплатить проценты и сами кредиты. И это приведет к тому, что банки должны отразить в своих балансах убытки, огромные убытки. Это, по сути дела, приведет к серьезным проблемам. Серьезные проблемы, потому что банки не будут в состоянии всем клиентам, вкладчикам вернуть их денежные ресурсы. Это фактически приведет к разорению вкладчиков. И ранее Назарбаев каждый год вливал в банки по 10 миллиардов долларов безвозмездно. Эти банки переходили в собственность Нурсултана Назарбаева. Сейчас
Основная часть банковской системы принадлежит и так Назарбаеву. То есть у него, по сути, нет механизмов влить правильно деньги так, чтобы они действительно стабилизировали банковскую ситуацию без отъема собственности. Ну как это? Он сейчас, раньше он делал так, он вливал миллиарды долларов в банки, потом как бы отбирал у подставных собственников и оформлял их на Тимура Кулибаева. Вы помните, Казком влили 8 миллиардов, и там собственником считался Кенес Ракишев, хотя там племянник Назарбаева еще был с Атыбалды. И за 2 тенге банк перешел в собственность Халыкбанку Тимура Кулибаева. Но теперь-то банки Халык-то полностью вместе с Казкомом принадлежит Кулибаеву. Ну как в Халык влить деньги? Как? Если туда влить деньги, тогда Кулибаев должен потерять свою собственность. Вот мы предлагаем простой механизм. Государство принимает решение, выплачивает проценты физическим лицам за эти кредиты, и тогда банки на плаву. Банки на плаву, они, клиенты получают деньги от правительства и гасят свои проценты банкам. Соответственно, банки показывают баланс нормальный, международные аудиторы говорят, что у банков хорошее состояние, все нормально. И таким образом Назарбаев решает вопрос, что эти банки остаются в его собственности, черт с ним, мы их все равно потом у него национализируем, конфискуем. Но сейчас речь, вопрос стоит о выживании людей. Поэтому я предлагаю простой механизм. Государство заплатит проценты за физических лиц, юридических лиц, и бизнес выживает, и люди зарабатывают, выживают, в течение 4 месяцев получают передышку. Банки остаются в целости и сохранности, баланс банков чистый, убытков нет и все нормально. Вкладчики могут не переживать за свои деньги. То есть ту модель, которую я предлагаю, она наиболее компромиссна и более того реалистична. Списать все кредиты вот, с требованиями, которыми будет выходить Мамай, ясно, что это правительство не реализует. То есть получится так, что люди под этими лозунгами выйдут, спустят пар, покричат. И все, на этом дело закончится. Это будет бессмысленный лозунг, бессмысленные требования, которые правительство не исполнит. А наши требования, они имеют под собой логику, экономическую целесообразность, и это выгодно банкам Назарбаева, выгодно для политической стабильности, выгодно вкладчикам, которые могут не переживать за свои денежные средства. И эти деньги реально получат люди. И они могут за эти 4 месяца перестроить свою жизнь, найти возможность выжить в условиях надвигающегося кризиса. То есть наши предложения наиболее реалистичны и реализуемы. И требуется на это во много раз меньше денежных средств, чем если просто списать кредиты. Просто спишем кредиты мы, правительство демократического выбора Казахстана. Это правительство Нурсултана Назарбаева Токаева ничего это не сделает. Поэтому, уважаемые друзья, мы на этих митингах выдвигаем абсолютно реальные требования, которые легко реализовать и выгодно это всем. Я еще раз хочу сказать, что вот в эти дни, когда предыдущие 2 недели назад Мамай объявил о проведении митинга, безусловно, предполагал, что это будет торжество так называемой липовой демократии Нурсултана Назарбаева, что вот слышащее государство, что вот она слышит народ и так далее. Но после того, как пару дней назад представители гражданских активистов, которые являются противниками этого режима, заявили о своем намерении участвовать на митинге 6 июня, представители ДПК перепугались. Я получил очень много голосовых сообщений, где эти люди в панике говорили, что вот сейчас придут разные активисты, сломают им картинку, и они выйдут со своими лозунгами и так далее. На самом деле видно, что это игрушки власти, куклы власти, которые хотят исполнить определенную роль, которую им предназначает этот режим Назарбаева. Мы в эти игры не играем. Мы приходим на поле самой власти, раз они хотят ДПКшникам
позволить участвовать в организации на таких митингах, мы придем туда. Мы придем. Но мы придем со своими лозунгами, со своими требованиями. Мы будем протестовать против тех мер, которые сейчас, по сути дела, прикрываясь карантинными мерами и функциями санэпидемстанции, они хотят отобрать у нас право на свободу, право на мирные митинги и шествия, которые у нас существуют по Конституции, такие права, по международным соглашениям. Они хотят у нас эти права отрегулировать и отнять просто приказом главного врача, санитарного врача. Кто такой главный санитарный врач? Это не его функция. Их задача выявлять эпидемиологическую ситуацию, бороться с этим, но никто из них ни по Конституции, ни по каким международным соглашениям не имеет возможность отбирать права граждан на свободное волеизъявление. Вот вчера мне буквально один из гражданских активистов рассказывает, что к нему пришли представители партии ДВК, незарегистрированные, и сказали: «Ребята, давайте, пожалуйста, не выходите со своими лозунгами, давайте мы будем вот как мы». То есть они пытались зарегулировать. То есть зарегулировать, именно действовать в рамках той клетки, которую нарисовал им сценарий этот режим. Мы это видим. И более того, мы видим, что когда представители этой незарегистрированной партии свободно двигаются, их никто не преследует, свободно призывает к митингу, их никто не задерживает, это ясный сценарий. Поэтому мы в этих играх не играем, мы просто приходим на площадку этой власти, в те места, о которых они заявили. Мы туда придем. Это наши места, которые регулярно мы объявляли, когда проводили митинги ранее. Последние два года, кроме нас, никто масштабно по всей стране митинги не проводил. Никто масштабно не проводил митинги одновременно по всей стране. Сейчас эти куклы власти в лице ДПК пытаются идти по нашим следам, на те же самые места, такие же плакаты по всей стране одновременно и так далее. Ну и хорошо, пусть будет так. Мы не собираемся ни с кем не конфликтовать, не спорить. Мы все граждане этой страны, но наша цель одна – сменить действующий режим, выставить требования, которые это правительство обязано выполнить. Мы не собираемся подчиняться требованиям какого-то санитарного врача, который пытается ограничить наши права и свободы, наши конституционные права. Мы будем требовать свое. Мы соберемся 6 июня на площадях и улицах нашей страны, и мы будем выдвигать свои требования. Нам вчера представители ДПК даже сказали такую фразу, что полиция выставит там какие-то ограждения, и для того, чтобы попасть на эту территорию, будут спрашивать: вы кто, ДПК или просто гражданский активист? Если ты скажешь ДПК, типа мы вас пропустим. Вот, как бы ни пряталась власть, вся эта информация будет протекать, протекать и протекать. И наступит момент, что все те, кто еще сомневаются, они прозреют. Как и в случае с Косановым было. Когда сотни тысяч людей были уверены, что это их кандидат, затем были разочарованы, жгли его портреты, кричали, называли врагом народа и так далее. Здесь будет то же самое. Все те, кто являются реальными противниками этого режима, они преследуются режимом. Они реально преследуются режимом, и вы это видите. Вот именно они действительно противники режима. Я призываю противников режима, я призываю всех тех граждан, которые в период карантина понесли невосполнимые убытки, я призываю всех тех, кто хочет будущего для своих детей, для своей страны, выйти 6 июня в субботу в 11 часов дня по всей стране. Места мы в виде плакатов сегодня же опубликуем. Алга, Казахстан.